На дворе осень, а значит, пора делать заготовки на зиму. С 1 сентября в Жамбылской области, да и стране в целом, заметно подешевели овощи и фрукты. Аналитики посчитали, закрывать банки именно выгодно сейчас. Насколько опустились ценники на сезонные овощи в Таразе и на всех рынках, установлена единая стоимость, выяснял наш корреспондент Валерий Татаренков. Понижение цен на сезонные овощи по всей стране наблюдалось уже в июле. По данным аналитической службы EnergyProm.kz, за тот период свежие огурцы подешевели сразу на 28%, помидоры на 26,5% и картофель на 14%. Уже за август продавцы скинули цены на свежие помидоры еще на 17,3%, а на огурцы на 12,9%. Их стоимость выглядит следующим образом. С июля по август цена за килограмм помидоров снизилась с 290 до 240 тенге. Свежие огурцы подешевели на 89 тенге. Цена за картофель снизилась на 9 тенге. Среди фруктов, пусть и не сезонных, подешевели бананы и апельсины. Правда, выросли цены на свеклу и морковь. А все потому, что на рынке поступает уже новый урожай. Между тем, жители Тараза особо разницу не отмечают. Говорят, как были ценники завышены, так и остаются. Все время приходится искать, где подешевле. Дорого, конечно. Вот хотели купить что-нибудь. Все, пошли дальше. Где-нибудь искать подешевле. Ну как, ищем, где подешевле, конечно. И закрываем, что ж делать. Помидоры, и помидоры. Огурцы. Говорите. Варенье. Да, еще все дорого, ребята. Дорого, конечно. Так, сколько примерно стоит? Вы сколько потратили? Я сейчас 570 потратила. Ничего такого не несу. На сегодняшний день цены на овощи и фрукты на рынках Тараза действительно разнятся. Цены за картофель в некоторых местах стартуют с 45 и доходят почти до 130 тенге за килограмм. На помидоры от 100 тенге и до 200. Зато вот стоимость чеснока заметно снижена. 250 тенге за килограмм. Как по стране, его стоимость превышает все 500. Между тем, специалисты отмечают, что в этом году цена на сезонные овощи в два раза дешевле, чем в прошлом. Естественно, розничная цена будет разница от оптовой цены где-то в пределах 20-30%. Это связано с расходами на транспортировку, на фасовку, на отходы, естественно, которые происходят при розничной реализации. Также наблюдаем на рынке стабильность цен на мясную продукцию, мясо баранины и говядины. Сезонные овощи дешевеют, а вот мясо дорожает. В этом году по сравнению с прошлым заметно удорожание мяса конины на 50 тенге. А также цена выросла на мясо курицы из-за того, что почти вся продукция импортируется. Стоит отметить, что в конце сентября на центральной площади Тараза будет проводиться традиционная ярмарка сельхозтоваропроизводителей. Там жители города смогут приобрести товар по цене на 15-20% ниже рыночной. Валерий Татаренков, Ельнур Мухтаров, Даулет Байнурмахан, 77 News.